сократит 1000 рабочих мест в Европе, передает издание Bloomberg. Таким образом, американский автоконцерн рассчитывает выйти из убыточных сегментов и достичь операционной рентабельности в размере 6%, поясняет журналистка Элизабет Берман. Невыгодными считаются сегмент минивэнов, производство автоматических трансмиссий в Бордо. Компания также завершает пересмотр своего бизнеса в России и объединение штаб-квартиры Ford в Великобритании и финансового бизнеса Ford Credit в графстве Эссекс. Цитата. «Эти действия окажут значительное влияние на наше положение в регионе. Это вопрос ни одного и не двух лет. У нас были периоды прибыльности, но не на том уровне, на который мы рассчитываем», сказал Стивен Армстронг, вице-президент подразделений в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. В третьем квартале 2018 года Ford зафиксировал убыток до уплаты процентов и налогов в Европе в размере 245 миллионов евро. Вместо минивэнов компания сосредоточится на создании более прибыльных кроссоверов. Кроме того, Ford и Volkswagen могут в ближайшее время объявить о создании альянса, который позволит им сэкономить миллиарды долларов при разработке новых технологий. Еврокомиссия открыла расследование относительно налогообложения компании Nike в Нидерландах. Подробности в материале агентства Reuters. Цель дела – выяснить, мог ли производитель спортивной одежды получить на территории этого государства несправедливые преимущества перед конкурентами, говорится в сообщении. Цитата. Еврокомиссия планирует изучить, могли ли налоговые решения Нидерландов ненадлежащим образом сократить налогооблагаемую базу Nike и Converse с 2006 года. В результате этого Нидерланды могли предоставить выборочное преимущество группе Nike, позволив ей платить меньше налогов, чем другим отдельным компаниям или группам, пишет автор статьи Филипп Бленкинсоп. В случае подтверждения это будет нарушением правил Европейского Союза в области государственной помощи, подчеркивает издание. Компания Nike отрицает все обвинения в свой адрес, а Министерство финансов Нидерландов официально заявило, что будет содействовать расследованию Европейской комиссии. Физическая активность сделает мозг моложе. Коллектив профессора Джеймса Блюменталя из университета Дьюка исследовал людей с когнитивными нарушениями. Ученые проверили 160 человек, средний возраст которых составлял 65 лет. Участники эксперимента не страдали деменцией, но жаловались на проблемы со способностью анализировать эмоции и на нарушение концентрации внимания. О выводах рассказывает Паскаль Санти на страницах французской газеты «Монд». Цитата. «60-летние люди, страдающие нарушением концентрации внимания или рефлексивности, способностей, улучшили свое состояние благодаря регулярной физической активности. Перед началом исследования добровольцы были носителями одного или нескольких факторов риска, таких как гипертония, повышенный уровень холестерина или сидячий образ жизни, пишет журналист. Участников разделили на группы: только физические упражнения и только диета. Те, кто занимался только спортом, по три раза в неделю проводили тренировки по 45 минут, включающие 10-минутную интенсивную разминку и аэробные упражнения. Первые три месяца они занимались под наблюдением кардиолога, а следующие три у себя дома. Результаты показали, у тех, кто занимался спортом, улучшились исполнительные функции в сравнении с добровольцами, ведущими сидячий образ жизни. У спортивных участников мозг омолодился почти на 10 лет. Специалисты объясняют это тем, что под воздействием повторяющихся физических упражнений организм вырабатывает и высвобождает белки, которые копятся в определенных зонах головного мозга и влияют на его пластичность. Формула моногамии. Американские биологи сделали сенсационное заявление. Моногамия заложена на генетическом уровне. Искать подтверждение этой мысли ученые стали после того, как заметили. Даже ближайшие виды животных могут по-разному относиться к выбору партнера. Например, пишет журнал Science, степная полевка ищет себе пару на всю жизнь, а вот ее ближайший родич, луговая полевка, абсолютно полигамна. Биологи изучили 10 видов позвоночных, по 2 родственных вида лягушек, рыб, птиц, домашних мышей и полевок, где один вид выбирает единственного партнера на всю жизнь, а второй нет. Эксперты пришли к неожиданному выводу. Склонность к моногамии прописана в генах. Ученые выяснили, за последние 450 миллионов лет от полигамного общего предка происходил новый моногамный вид. Автор материала Келли Сервик задается вопросом: но что же люди? Какой набор генов у нас? Моногамный или полигамный? И как это влияет на наши отношения? Цитата. «В своей работе мы хотели быть смелыми, но ответа на эти вопросы мы пока не знаем. Однако, безусловно, мы можем предположить, что такой генетический шаблон должен проявиться и у людей», сказал в интервью журналу Science один из авторов работы Ханс Хоффман. Генетики подчеркивают, что их исследование лишь первый шаг, и склонность к моногамии наверняка не ограничивается последовательностью из 24 генов, а включает в себя и другие факторы.